учебном году в средних школах снова появятся профильные классы и предмет «Мировая художественная культура». Члены клуба деловых женщин Ассоциации нанимателей и предпринимателей побывали в поселке родовых поместий Звон-Гора. Локотский образ Пресвятой Богородицы Умиления находится в Свято-Троицком мужском монастыре города Витебска. Об этом и не только смотрите в субботнем выпуске программы «Коротко о главном» на нашем ТВ. Почти 965 тысяч учащихся после летнего отдыха сели на этой неделе за школьные парты. В новом учебном году белорусских ребят ждут новшества в системе образования. Главное из них – возвращение профильных классов. Теперь учащиеся старших классов будут иметь возможность изучать нужные им в будущем учебные предметы на повышенном уровне. Для гимназии это не новшество, потому что такие возможности учащиеся гимназии имели всегда. Но для гимназии открылась новая возможность организации мультипрофильного обучения, когда каждый ребенок выбирает для себя свой уникальный профиль, свою индивидуальную траекторию развития. Кроме этого, ученики пятых классов с этого года будут изучать предмет «Мировая художественная культура», что особо значимым для нас является, так как наша гимназия носит имя Александра Сергеевича Пушкина. В гимназии номер 3 города Витебска делают упор на использование в процессе обучения самых современных технологий. В распоряжении педагогов и школьников интерактивные доски, компьютерные классы, различные электронные средства обучения. Успевать за техническим прогрессом гимназии помогает не только государство, но и шефы. Слова особой благодарности хочется выразить нашим шефствующим предприятиям, унитарному предприятию «Витебскоблгаз», институту «Витебскгепрозем» и предприятию «Витебские электрические сети». Благодаря их помощи очень многое удалось сделать по ремонту спортивного зала нашей гимназии. Слова особой признательности и благодарности им. Гимназия осуществляет тесную связь в области культуры, искусства и образования с зарубежными странами. Международное сотрудничество позволяет обмениваться опытом, а практика обмена с представителями Франции повышает интерес учащихся к изучению французского языка, искусства и культуры страны. И этот интерес взаимный. Французская писательница, педагог и музыкант госпожа Мишель Пиат-Бане приехала в Витебск специально, чтобы поздравить учащихся гимназии с Днем знаний. Здравствуйте! Я и мой муж очень рады быть в Белоруссии 8-й раз. Мы очень рады приезжать в Беларусь, в эту страну, которая очень отличается от Франции. Мы нашли здесь людей трудолюбивых. Нам нравятся ученики в Беларуси, которые интересуются историей своей страны, фольклором. Мы рады принимать у себя в гостях белорусских педагогов во время стажировок. Я и мой муж, мы являемся членами ассоциации «Франция, Россия, страны СНГ». И в рамках этой ассоциации мы рады способствовать развитию сотрудничества и образовательных программ между Францией и Белоруссией. Мы вам желаем успешной учебы. Общее количество учащихся в этом учебном году в Витебской области увеличилось на 1419 человек. Число первоклассников возросло на 7%. Наполняемость классов в среднем по городу составляет 24 человека. До 20 сентября 2015 года субъектам торговли необходимо внести изменения или дополнения в сведения, включенные в торговый реестр о розничных торговых объектах, объектах общественного питания, интернет-магазинах, о розничной торговле без или вне торговых объектов, оптовой торговле без торговых объектов путем подачи соответствующего заявления Управления торговли и услуг Витебского городского исполнительного комитета. Формы заявлений и иная необходимая информация размещены на сайте Витебского горосполкома в разделе «Торговля и услуги». Ассоциация нанимателей и предпринимателей. Так называется организация, которая уже более 2 десятилетий объединяет представителей крупного, среднего и малого бизнеса нашей области. На сегодняшний день в ассоциацию входят предприниматели из 4 городов и 13 районов Витебской области, работающих в разных сферах современного бизнеса. Наша задача – это помогать развиваться негосударственному сектору экономики с тем, чтобы можно было наиболее успешно решать социально-экономические задачи и в области, и в республике. У нас разные направления деятельности. Одно из таких направлений – это работа клуба деловых женщин.
Клуб деловых женщин объединяет свыше 30 человек. Здесь женщины, члены ассоциации, получают большую практическую помощь в организации и ведении бизнеса. Обмениваются опытом, общаются. Встречи клуба деловых женщин проходят не реже одного раза в квартал. Очередная встреча состоялась в конце августа. Направления работы этого клуба тоже разные. Ну вот одно из направлений – это познавательное, культурное развитие наших членов. Сегодня мы едем в экологическое поселение родовых поместьй Звон-гора. И мы надеемся, что нам там будет очень интересно. Возможности экологического туризма, развитие народных промыслов, сохранение семейных ценностей, дегустация традиционных блюд – все это презентовали гостям 14 семей поселка родовых поместьй Звон-гора. На сегодняшний день здесь постоянно проживает 27 молодых людей, готовится к переезду в Звон-гору еще 11 семей. Сегодняшний выезд, наверное, самый интересный после такого долгой разлуки. У всех летние отпуска прошли. Мы друг другу очень рады. У нас куча эмоций, куча впечатлений о своем летнем отдыхе. И вот это мероприятие, оно нас объединяет. Оно как-то так, это встреча хороших друзей. Ассоциация нанимателей и предпринимателей оказывает помощь бизнесменам, занятым в разных экономических сферах. Кроме клуба деловых женщин, здесь работают также клуб бухгалтеров и экономистов и клуб молодых предпринимателей. Единственная в мире двухсторонняя чудотворная мирточивая икона прибыла в Витебск. Этой иконе Господь дал особые дары. Бесплодным женщинам, помолившимся перед нею, дается радость материнства. Она исцеляет раковых больных, помогает отыскивать без вести пропавших. Этой иконе дана сила и власть менять жизненный путь каждого человека, кто будет с верою к ней обращаться. Так говорил о чудотворном образе старец Гермоген, духовник Псковской епархии. Обретение иконы 17 лет назад в селе Локоть Брянской области стало настоящим чудом. Раба Божия в местном магазине приобрела календарь с ликом Матери Божией. Придя домой, отрезала численник и повесила дома как икону. По прошествии времени у нее в доме образ замироточил и заблагоухал. И об этом сообщили правящему архиерею. К его приезду решили икону поместить в рамочку, потому что неловко было показывать владыке литографию, которая висит на стенке, да еще приклеенная канцелярским скотчем. Оторвали этот скотч, сняли образ со стены и увидели, что на обратной стороне этой литографии Матерь Божия явила другой образ, но уже не рукотворный. Сейчас вырезанная из обычного календаря икона одета в богатые и дорогие ризы. Их изготовил мастер самого патриарха. И в первую очередь он решил одеть в ризы нерукотворный образ. А во время работы заметил, что на нем, кроме лика Матери Божией, присутствует еще одно изображение, которое раньше никто не видел. Этот образ находится вот здесь. Мы его все с вами прекрасно знаем. А знаем мы его по изображению на Туринской плащанице. Вот внизу это тот лик, который явился на Туринской плащанице, он как негатив. А вверху это тот образ, который Матерь Божия изобразила здесь на своем нерукотворном образе. Вы знаете, само по себе это изображение весьма необычным. И ведь Матерь Божия его здесь изобразила вниз головой. И даже многие смущаются. Но забывают, что наш Спаситель, Он же ведь не только Сын Божий, и это понятно, потому что Бог Отец, а Он же еще и Сын Человеческий, а человеческое естество Он получил через Свою Мать. И, наверное, никому, никакой женщине не нужно объяснять, как каждая мать под сердцем носит своего ребенка. С иконой Божией Матери Умиления связано очень много пророчеств преподобного Серафима Саровского. Среди них очень интересное и загадочное, которое именуется Великой Дивеевской Тайной. В этом пророчестве батюшка говорит о том, что там, где Матерь Божия пройдет пречистыми стопами, это будет граница, которую не переступит Антихрист. Посмотрите, на что теперь похож образ Матери Божией после того, как он был одет ризой? Ведь теперь на иконе этот образ приобрел очертания стопочки, или, как говорят в Белоруссии, следочек. На иконе появилась стопочка правая. А когда ризы одели лицевую сторону, появилась стопочка левая. Таким образом, сегодня
Это единственная в мире икона Матери Божией, у которой на иконе сразу две стопы, и к тому же разные. Мы знаем Почаевскую икону на Украине, но там стопочка только одна. И вот за эти годы в образе этой иконы сама Царица Небесная Дивеевской канавкой обошла уже почти всю Святую Русь. Украина и Белоруссия, Россия, Молдавия, Абхазия, Приднестровье только пешком около 14 тысяч километров. Сколько проехали на автомобилях, сейчас это сосчитать уже невозможно. Чехия, Словакия, Румыния, Болгария, Италия. Зимой мы были в Грузии. Впереди Греция, Сербия, Прибалтика. Матерь Божия обходит земли всех православных народов. Сегодня это единственная в мире икона Божией Матери, на которой можно увидеть сразу две разные стопы. Локотская икона прославилась многими чудесами и исцелениями. Нет сомнения, что они будут происходить и в Витебске. Для этого нужно совсем немного. Помнить, что чудеса происходят не по заказу, а по вере. Локотский образ Пресвятой Богородицы Умиления будет находиться в Свято-Троицком мужском монастыре до 6 сентября.